В эти выходные ожидают самый эффектный звездопад года. Это метеорный поток Персеиды. Максимум до 100 метеоров в час ожидается после полуночи в ночь с субботы на воскресенье. Правда, в этом году, как сообщают в уфимском планетарии, хорошей видимости может помешать Луна. Она будет достаточно яркой. Так что даже за городом уфимцы смогут увидеть только 35-50 метеоров в час. Конечно, лучше всего наблюдать, если это длительно, хотя бы 20-30 минут лежа. Это удобно, потому что они прочерчивают длинные, значит, следы по небу, и их надо обнаружить именно в этом состоянии. Лучше смотреть на направление на юго-восток, потому что где-то после полуночи и дальше именно в этом направлении будут эти следы, собственно говоря, и располагаться.